Угу. Хорошо. На, позови их. Снимаешь? Да. Поставь, что далеко это поставили? Да Володя ушел. Вот так. Видишь, какая рыба. Угу. Потом две рыбки. Угу. Креветки. Где она? Вот рыба. Вот сейчас. Мне не отдали? Да, отдали. Это за то, так, что засветили. По порядку. Как дело было? Ну, мы пришли туда, позвали Илюшу. Ну, вы нашли в доме, на улице, где встретились? На улице. А? На улице. Кто там был? Там был Женя Янчук. Потом вышла... Тетя Люда. Да, тетя Люда. И мы позвали Илюшу, ну, чтобы он вышел. Мы объяснили, как все произошло, потом он нам рыбы отдал. И тетя Люда дала нам это... Подожди об этом. Меня интересует Даша, ты Илюшка где? Пришел туда? Да, пришел. Еще дальше вы говорите. Мы сказали, что мы ошибились, что... Ну, не понятно. Еще ошиблись, что? Много рыбы дали ему? Мы сказали, что мы как бы украли. Ну, не как бы украденное взяли, украденное отдали. Вы ему сказали или нет, что рыба вам не принадлежала? Да, сказали. Хозяин в это время плавал в воде, а вы в это время его рыбу уже взяли, ему отдали, уже обокрали его. Вы так сказали? Ну, не совсем. Не совсем. Мы не говорили, когда мы проплавали вот это. Ну, потому что Игорь был... То есть, что я говорил, вы не сказали, все по-другому. Нет, мы сказали, как вы... Мы сказали, что мы взяли украденную рыбу и отдали вам. И Владимирович попросил ее вернуть. Мы ее вернули. Вот. Вы сказали, кто вас спасал? Игнатий Тихонович. Да. Ну и это она сейчас показала, Нате. Не, да. Ну они кое-что взяли уже оттуда. Они цыплят, ну, взяли, взяли. Да, ну штук, там, наверное, 20-30 уже цыплят вам дали. Вы хоть сами-то понимаете, что сделали? Да. Я не могу даже понять, это вы все нарочно делаете или так и есть. Хозяин поймал рыбу, вывалил ее из мордушки. Он и хозяин, он заправлял. Мордушка, Володя, ну вы никакого отношения не имеете. Шаг назад. Он в это время вываливает ее там в мешочек, в воде, чтобы она не пропала, начинает купаться. Вы в это время на берегу, это я так понял. Илюша просит детский кормок, он везде всегда просит. Своего-то нету. Вы ответите, что должны были. А мне рыбачьей рыбы нет. Вот хозяин сейчас подплывет к берегу, у него спроси. Почему вы так не ответили? Почему вы пошли на поводу, даже чего он не просил, вы достали всю рыбу, когда хозяин плавает, вывалили ему и даже не моргнули. Он приходит за рыбой, а где рыба? А мы ее отдали. Я ничего не могу понять, как так это воспитывает детей или вообще они никакие. Вы взяли чужую рыбу, украли, это уже настоящее воровство, и вывалили, отдали человеку, которого не знаете. Он не голодный, и он не просил столько. Он попросил у вас, у него лежит дядя, там, инструмент в машине, вы бы отдали? Как, еще крутишь головой, это разница какая? Это его имущество. Там лежит мордушка его. Вы мордушку отдали бы, попросил? Нет. То есть у вас ограничение. Вы бы ничего не отдали, потому что он то не просил. Он просил только рыбу, вы дали всю, что есть, не вашу. И поэтому вывод отсюда, вы отдали любое. Одежду его отдали, вы машину отдали. Идите, работайте. Не надо, я не просил. Это вам дали, вам по услуге. Берите, ешьте там, это вам завтрак и обед. Поставьте. Не знаю, как это так. Подостав таких дома, они любому откроют дверь, они все отдадут, и не надо же цыганки ворожать, забирать. Он хотел добрым показаться. Может быть, не знаю. А я еще подплываю,
И ну, они рядом, ну как бы рядом, ну я же в воде еще, надо вылезти оттуда. И я говорю, ребята, вы вот сейчас делаете, а я думаю, что я виноват. Вы сейчас какую-то дурь сделаете. Отойдите подальше от берега с этой рыбой. Там ее вываливайте. Но я все равно оказался дураком. Надо было вылезти и все сделать самому. Но дело все в том, что время мало. И я понимаю, что я со своими ногами, пока выберусь туда на сушу, я выбрался весь грязный. Пока обмывался, вот это все уже... Они там все ушли. Пока, скажет, этот морж выплывет, мы все тут разделим. А я там еще это, переворачиваюсь на этом берегу, пока выкарабкался, и говорю, ну как же мне тяжело-то вот с этими коленками, а? Сейчас бы быстренько раз и все бы сам бы увидел. Ну, говорю, ну с вами. И они такие, давай поставляй. Я говорю, Тараси, а он стоит, вот это ведерко держит. И главное, непонятно, сколько там чего. Ну так как-то на свет просвечиваю, говорю, Тараси, ты вылезь все сначала в ведро, в банке, караси эти, гальяны. Я говорю, что-то многовато их. Я говорю, ты вылей ведро, а он пускай ручонкой достанет сколько, у него ручонка-то маленькая, ну взял вот там 3-4, не больше. А он, да ничего страшного, все мы тут рассчитали уже. Я думаю, ну какие умные-то дети, а? А потом, когда заглянул, представьте, ну вот половину такого уже отдали. Такие хорошие. Столько, говорю, рыбачили. Я еду в машину, говорю, ребята, столько рыбачили, поймали 19 всего гальянов. Из них 2 маленьких и 2 карася. Сейчас, говорю, столько Господь дал гальянов. Вы все их отдали. Показать нечего, Игнать Тихоновичу. Я говорю, я сейчас приеду, расскажу. Я говорю, он точно расстроится. Они, да ничего, мы еще поймаем. Я говорю, это что, ваше все что ли? Дядь Володя дал это, Игнать Тихонович, а мы тут живем. Я насыпал своего жмыха, который взял, в магазине купил, чтобы рыбу подкармливать. Я даже не думал, что здесь тут так. Это на жмых они пошли. Жмых там специально для рыбы, там такой, с этими, с маслицем с растительным, кукурузный. Они даже размахнули, что и в будущем знают, что рыба еще заползет. Нету, то есть это что означает? Они смотрят какие-то сериалы. Да. И у них опустошенность такая, он думает, добрый ли, он даже об этом не думает. Он парень рубаху, он последний отдаст. Но не свое. Да, не свое. Я говорю, вы отдали не свое. Я говорю, хорошо быть добреньким на чужом. Вот подъехали уже. Да. Давай, нет. Что у нас? Рыба такая. Перо без гальяна. Отдельный перо с карася. Давай. Ну-ка вот это попробуй. Сегодня 4 июля. Ягода своя. Суп, каша гречневая. Тыква пареная. Сушеная рыба вчера купили. Вот. Не думаю, что она маленькая такая и все. Она очень вкусная. Почему купили-то? Нет, не купили. Вы сказали, купили. Да. Ошиблись. А что купили-то? Тыкву? Да, рыбу. Нет. Да, рыбу. Не купили. Не купили именно. Не купили он. Да. Они говорят, пряники кто-то привез. Он рыжая просит. Спросить надо. А если бы как попросил, я пришел, да отдал бы все. Я в прошлом году поймаю сколько, отдаю сразу, да до дома не доношу. Ну чужое, как? А ты отдал бы. Так я еще несколько раз повторил, 2 раза ему сказал. Пускай, говорю, он засунет ручку, потом. Подожди, ты, он несколько штучек попросил. Ну, бесполезно от дуракам говорить. Вот никогда не узнаешь, что в человеке есть. Ну, если было я побыстрее, я бы все сам сделал. Но я пока даже до них дошел, до них 15 метров, мне дойти тяжело даже. Пока я выберу сам. Ну, они рассчитали, что какой ты есть, пока ты доберешься... Они сделают доброе дело. Рыба уплывет, пока этот один не можешь выплывет. Ну, ладно, стоит маленькая.